Что ты задумал, друг? Найду оружие и корабль. Alto. Saluda de mi parte al tridente. Не повезло им. Море сегодня неспокойное. Будет ураган. Ураган? Вот чёрт. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Каков план? Освободить людей, потом найти быстрый корабль. Да, я отправляюсь за бригом, что стоит в бухте.
Para partir, casi tenemos encima la tormenta. ¿Y qué pasa con los prisioneros? Que se ahoguen. Mejor ellos que nosotros. ¡Eh, tú, detente! Тут рядом один брик, так он нас уже заждался.
¡Maldito! ¡Alto! ¡Tú! No me merezco la pena. ¡Se acabó, gusano! Следи за галеонами, чтобы без сюрпризов. Вряд ли, слишком медлительны. Бежим как можем. Стреляют! Ждем приказа, сэр! Капитан! Сау! Отдавай любые приказы, друг. Будет нелегко. Парни знают свое дело, справимся. Бою готов, сэр! Только скажи, как! Ща! Приготовиться! Они стреляют! Стреляют! Блин! Куда серьезный? Пол корабля щепки! Держитесь! Пробойно! Небольшие, но скорострельные! Осторожней! Держись! К бою держись! Готов, сэр! Столкновение! Держись! Держитесь! Тайфун! Пойдем его! Thank you.
Я кое-что приметил в трюме. Порох и пара пистолетов. Если удастся, смастерю вторую кобуру. Неплохо. Что здесь смешного? Может, поговорим о состоянии корабля? Проблемы? Я прошелся по батарейной палубе и был поражен зрелищем. Фитильные пальники в куче. И один из них все еще тлеет. Черт! И здесь же рядом две бочки с порохом стоят бок о бок. Одной искры хватит, чтобы взорвались. Мы их уберем подальше. Что до пушек, их, считай, нет вообще. Жерла нужно прочищать. Они забиты ржавчиной. Банники похожи на острые ножи. А канаты насквозь прогнили. Если кратко, нам нужно снаряжение хорошее. Бой не выиграть насмешками и криками. Так что о своем оружии надо, конечно, беспокоиться. Но и не забывай о галке. Да, верно. Мы должны держать корабль и команду в отличном состоянии. На карте показывается, откуда тыкаетесь и показывается.
Thank you.
Отправляй всех на галку. Я найду им дело. Счастливо! Питано! Сунет краснопузый нос в мои дела, останется без него, клянусь. Никто не отправит меня домой и не будет разлучать. Выбирай, суд или ближайший фонарь. А вы опомнитесь, ребят, что вы так взбесились-то, а? You can't get away, cops. After the bus stop, I've got a clear shot, man. Come on.
Быстрее! Там схватили одного малого, хотят повесить. Этого пирата кровь множества невинных жертв. По приказу его высокопревосходительства преступник будет повешен за шею. Has he gone mad? Твой рулевой, Кенвей. Люблю сам вести свои корабли, Бен. Так надежней. Добавим ходу, ну же. Не учи меня, Бен. Сколько призов мы взяли вместе, когда были приватирами? Одно дело участвовать в нападении, другое возглавлять. Итак, ищем купцов, мальчики. Их суда набиты грузом. Возьми трубу и найди нам шхуну, Кенвей. Ты увидишь, что именно они везут, и заодно поймешь, насколько защищены их корабли. Достань трубу, Кенвей. Так просто ты шхуны не разглядишь. Вовремя мы засмолили швы. Вот достойный приз. Отлично. Теперь сближайся. Когда ты уже взял приз,
демонстрирую власть и требую от пленников огромного уважения. Это подчиняет тех, кто слаб воли. Запомни, твоих жертв всегда должна страшить мысль о том, что ты в любую минуту можешь переменить свое решение и преспокойно вспороть им брюхо. Стреляй сколько угодно, если будешь осторожен. Только не затопи корабль. Вылавливать груз из моря не весело, но и это возможно. Почти готово! Ждем приказа! Шторм, сэр! Плохо дело! Пли! Эх, стреляйте вон туда! Он идет ко дну! Держись! Пушка готова! Еще паруса отдать! Паруса! Марсели и бомбрамсели! Убрать все паруса! Живо!
Капитан, море! ¡Alto! ¡Detenedlo! Капитан на вахте. Легкая добыча. Готовы пить, сэр. Поймаем ветер. Трави, Нагитовы. Не по себе, когда в трюме столько ворованного груза. Привыкай. Еще несколько таких призов, и считай, день удался. Держите штурвал, сэр. Столкновение! Фоку, пошел!
Пропустить промселя и бомб промселя! Убрать, убрать, скорее! Капитан за бортом! Капитан! Добавим еще пару безделушек на твою галку. Что мне год? Я ищу приз, которого хватит на всю жизнь. Я буду королем Вест-Индии. Вспомни, мы сбежали в Нассау, чтобы забыть про королей. Что ж, буду благородным и состоятельным джентльменом. Хватит уже про свою красотку. Наш дом Нассау, не Англия. Ты не мечтал о большом куше? Столько золота и серебра, что тебе на всю жизнь хватит. Мечтал. Но что с того? Неплохо бы найти десяток ничейных сундуков с золотом. Но это, как честный король, кажется, мы их потеряли. Образцовый трейд к ветру! Паруса спускать! Убрать гроты! Отдать гроты! Приводим к ветру. Нагитовы! Убрать гроты! Зарифить брамсели!
puedo hacer hoy por usted? Ты, должно быть, заметил, что торговых судов в этих водах раза в три больше, чем военных кораблей. Да, легкая, но скромная добыча. Именно. А для того, чтобы выманить военных, придется немного пошалить. Ловить крупную рыбу на мелкую. Точно. Так что грабь, сколько вздумается, капитан Кенуэй.